В Чувашии прошли соревнования по пожарному биатлону. Это новый вид, сочетающий скоростное маневрирование на спецтехнике и пожарно-прикладной спорт. В состязаниях участвовали команды, состоящие из начальника караула, четырех пожарных и водителя. Успех зависел не только от профессионализма каждого, но и от слаженности их действий. Облачение в защитную амуницию на скорость – этап, где очень сложно выделиться и набрать дополнительные очки. Быстро экипироваться умеют все огнеборцы. Самый зрелищный – скоростное маневрирование на пожарной машине. Успешно преодолев колеи, змейки и тоннельные ворота, техника прибывает на импровизированное стрельбище. По мишеням палят из бронзбойтов. Параллельно идет спасательная операция. Пострадавший манекен эвакуируют через окно четвертого этажа. На этом этапе легко нахватать штрафных очков. Неправильная вязка петли – минус 10 баллов. А если, не дай бог, манекен упал – дисквалификация. Сегодня у нас впервые в истории пожарно-охранной республики были проведены соревнования по пожарному биатлону с элементами скоростного маневрирования пожарными автомобилями и отработка действующего состава по развертыванию силы средств. Участвовали победители первого этапа, которые стоялись на базе отрядов Федеральной противопожарной службы Чувашской республики в количестве четырех команд. Победителем данного соревнования стала команда ПЧ-6 по охране Калининского района город Чебоксары. Как это характеризует эти соревнования? Да, данное соревнование проводилось впервые на базе ПЧ-34 части по охране города Морпасад. Данные соревнования были проведены на высоком профессиональном уровне. Весь состав показал слаженные действия, и я думаю, цели данных соревнований были достигнуты. На следующий год та же эти соревнования будут традиционными, и участие команды будет намного больше. Победителями первых республиканских соревнований по пожарному биатлону стали команды пожарных частей номер 6 и 1 Чебоксар и 17 АЛЛАТРА.